Выпала мне честь здесь сегодня присутствовать, поздравить вас от имени председателя областной государственной администрации Игоря Львовича Райнина. Прекрасно знаем, что такое медицина, что такое люди, работающие в системе здравоохранения, какая лежит на них нагрузка, ответственность. Большой праздник, знаем, любим вас всех. Хочется пожелать, зная тем более те пиковые нагрузки, которые вы пережили, которые продолжаете переживать, зная широту души всех людей, работающих в системе здравоохранения, конечно, хочется пожелать всего самого наилучшего. Особенно важно в сегодняшнее время, в сегодняшнее нестабильное время, сложное время для нашей страны, для каждого в отдельности, гражданина, мира, добра, процветания, благополучия. С наступающим профессиональным вас праздником! Божественную грамоту Харківської областной державной администрации нагороджується Крестецький Микола Геннадійович, лікар-невропатолог обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення. Лавриненко Зоя Васильівна, заступник начальника Харківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Центру екстренологічної допомоги та медичної катастрофи. Шестопалова Людмила Петрівна. Я думаю, что 2015 год, он стал таким в определенной степени знаковым для нашей отрасли, потому что достаточное количество финансов из местных бюджетов было выделено именно для наших учреждений. И от имени всех медицинских работников хочу за это поблагодарить, ну и, конечно же, выразить и надежду, и, наверное, даже уверенность, что такая тенденция будет сохраняться, и отношение к нашей отрасли будет приоритетным.